Ну що ж, вихідні – це час, коли ми з військовим нашим експертом Юліаном Аксьоновим підбиваємо підсумки тижня. Я, відверто кажучи, вже собі намалював декілька таких тем для розмов, написав. Але субота, вечір, і ви самі розумієте, що головна, ну перша тема, принаймні, це те, що, на жаль, сьогодні прилетіло в Одесу. Ми всі, ну так, жили скрізь призму повітряних тривог, читали, як страждають на цього тижня Львів, Миколаїв, Харків кожного дня. І ось Одеса, є офіційно підтверджені загиблі, поранені. Є офіційна сводка про те, що наші протиповітряні сили збили кілька ракет, а кілька ракет і в військові об'єкти, і, на жаль, житлові будинки. Як, Юліана, можемо коментувати те, що сьогодні відбувається в Одесі, з урахуванням і офіційної інформації, ну і тої інформації, яку ми можемо говорити? Так, я думаю, що прежде чим ми приступимо к достатньо сухому по фактажу изложению, я думаю, ти присоединишся, виразимо соболезнування всім тим, хто сьогодні потеряв своїх близких, друзей, знакомых, родственников, детей, матерей и отцов. Светлая им память. А что же касается сегодняшней трагедии, подбираю слова. Да, к сожалению, с первого дня войны мы хоть и оказались в тылу, но находимся, как и любой другой город Украины, стоит сказать, в зоне поражения крылатых ракет. Если же мы опираемся на данные оперативного командования «Юг», которые заявили, что пуски произошли с акватории, вернее, не с акватории, а над Каспийским морем, со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и использовались Х-101 и Х-555, то стоит объяснить людям, что Х-555 – это доработка старой советской крылатой ракеты Х-55, которая стала выпускаться, если не ошибаюсь, в 1983 году. Проблема в том, что ее дальность полета составляет 5500 километров, сами понимаете, как до нас могут доставать эти ракеты. А вес ее боевой части, то есть то, что взрывается, 430 килограмм. Поэтому вот такие последствия мы видим. Х-101, аналогичная система, начала выпускаться с 2013 года с определенными доработками, в том числе доработки касались ее способности преодолевать ПВО, и вес боевой части тоже 410-430 килограмм, если не ошибаюсь, поэтому, к сожалению, до последнего дня этой войны мы будем жить вот под угрозой применения такого столь мощного оружия, которое, повторюсь еще раз, запускается с пределов вражеской нам страны, и поэтому сбить носитель мы никак не можем. Он находится в тысячах километров от нас, и остается лишь только шанс перехватить эти ракеты. Но, как видим, часть этих ракет мы смогли перехватить, часть, к сожалению, нет. Что до сказать? До цього дня, відверто кажучи, ну, ми всі, ну, цивільні люди, які, ну, намагаються жити війною, але не так добре розуміються на всіх цих даних, всіх цих фактах. Вони ось говорили, що ПВО нас береже, дякуємо. Сьогоднішній результат, ну, це теж добра робота протиповітряної оборони, але ми за фактом отримали, що дві збили, дві не збили. Чотири не збили, навіть чотири, якщо це арифметика. Да, да, к сожалению, ни одна ПВО мира не сможет гарантировать 100%, и поэтому говорить о том, что нам нужно вот конкретно и тыкать пальцем в какую-то определенную систему,
Да, с точки зрения замены и усиления нашего ПВО это, безусловно, нужно. Но надеяться на то, что нам поставят какой-то комплекс даже Патриот или, как любят говорить, железный купол. Но железный купол разработан был немного для борьбы с другими поражающими элементами, назовем их так. Потому что там речь идет о террористических группировках, которые, да, конечно же, дорабатывают вот эти вот кустарные свои ракетные снаряды, реактивные снаряды, но, тем не менее, это не крылатые ракеты. Поэтому я бы остудил горячие головы, которые кричат, а где же наше ПВО? ПВО работает, но знаете, что панацеи, какой-то волшебной таблетки, волшебного рецепта не существует. Любое ПВО преодолевается, любое ПВО пробивается. Поэтому, пожалуйста, несмотря на то, что происходит в городе, несмотря на эти ужасные катастрофические последствия, знайте, что люди несут свою службу добросовестно. Просто технические возможности ограничены. Ну и мы за це, звичайно, цим людям, які несуть службу, дякуємо. Я хотів би залишитися в одеській такій тематиці, в тематиці півдня країни. Вчора з'явилася інформація про те, що друга фаза так званої спеціальної операції, вона підрезумовує під собою, що ворог піде на південь і з'єднається з так званим Придністров'ям. На мій погляд, це був такий сигнал не для Миколаєва чи Одеси, а саме для так званої ПМР. Поясню чому. Ми бачимо, що відбувається з ДНРівськими, ЛНРівськими вояками. Вони непідготовлені, йдуть, їх вбивають. Потім ми читаємо зведені дані про те, що там один оркестрант загинув, ще один, там музиканти, артисти. Це такий сигнал, здається, і для тих, хто в Тирасполі мешкає, люди не знають там нічого не знали про зброю, а тут їм кажуть, що їх йдуть визволяти через те, що їх утискають, російськомовних утискають знов там за російську мову. Ну це вже я так це бачу, що це сигнал тривожний саме до наших сусідів за Дністром. Нікакої пока, звісно, повторюсь. Никакой военной составляющей, никакого военного смысла в этом заявлении нет. Оно скорее политическое. Объясню почему. Потому что, глядя на карту боев, которые сейчас проходят на южной части Николаевской, Запорожской, частично Запорожской, Херсонской областей, каких-то серьезных сил и средств, которые могли бы вот так вот просто смять оборону Николаевской области, пройти город Николаев, как они пытались ранее обойти через Вознесенск. Мы-то все эти маневры уже знаем. Они двигаются по дорогам, которые как были на 24 число, проходящие через определенные населенные пункты, так и остались, конечно же. Соединиться с Приднестровьем, конечно же, называются всякие возможные варианты, стройный удар, это в случае, если прорвутся со стороны Николаева, тут же десант и тут же с Приднестровья, мы ранее уже обсуждали, но можем коротко еще раз пройтись, потому что если говорить о десанте, у нас появляются противокорабельные ракеты, у нас еще есть запасы «Нептуна», десантный ордер идет очень медленно, не так быстро, как бы им хотелось. Они становятся очень уязвимой целью. Более того, после потери десантных кораблей в Бердянске, потопили, уже даже забыл название, столько вкрутится в голове, как ранее называли Орск, оказалось, нет. Минус этот корабль. Саратов, да, спасибо. Саратов минус два. Цезарь Куников, кажется, его недавно командира похоронили. Они два еще корабля больших десантных получили повреждения. Итого, как оказалось, из десантной группировки в 11 кораблей с учетом потерянных и стоящих на ремонте, наш враг может задействовать только 4.
Этого недостаточно. Опять же, главным условием проведения десантной операции является выход войск к границам Одессы, что пока очень-очень сомнительно. Атака с Приднестровья как таковая, безусловно, возможна. Второй вопрос, что она абсолютно безглузда, потому что буквально, наверное, недели 2-3 назад я видел сообщение о том, что по распоряжению Генштаба России там провели проверку всех наличных сил и средств. Оказалось, что оценка неудовлетворительно поставлена их уровню боеспособности, оно и неудивительно. Опять же, повторюсь, что это анклав, который со всех сторон окружен странами, которые не пропускают, физически не пропускают ни военных, ни технику. Поэтому все, что может, на что может рассчитывать та группировка в Приднестровье, это старые танки, их, кажется, хоть это и Т-64, достаточно боевой танк, скажем, но должного технического обслуживания они не получают, запчастей на них нет, и по некоторым данным на ходу 3 боеспособен 1. Также мы можем говорить о их артиллерии, о их каких-то средствах доставки пехоты на передний край, бронетранспортерах. Поэтому, ну, это очень, скажем так, войско, которое, ну, может пройтись парадом на 9 мая в Тирасполе, пару коробок, один танк проедет, и вот показать какое-то номинальное присутствие вот этих вот сил в стране, непризнанном Приднестровье. Но на данный момент представлять из себя какую-то серьезную военную угрозу для нашей армии, для нашей группировки, сосредоточенной в Одесской области, ну, это даже смешно говорить. Ну, тобто ми пропонуємо оркестрантам Придністровським тікати з цього анклаву, інакше вони просто повторять долю своїх колег з Донецької філармонії. Точніше, ти почав говорити про зброю, яка надходить до України. Минулого тижня ми обговорювали прохання, пропозиції президента, що потрібно. Цього тижня вже говорять про таке потепління в стосунках, в діалозі, і вже йде те, що потрібно Україні. Найбільш така голосна така новина про те, що авіація отримала таке поповнення, ну, деякі мої колеги і такі люди, які не досить цьому розуміються, вони навіть говорили, що цілі літаки прилетіли по, як я не розумію, як це взагалі могло бути, крізь небо, яке прострілюється ракетами з Чорного моря, з Каспію, прилетіли літаки, допомога від наших союзників. Давай все ж таки розповімо ще раз нашим телеглядачам, яке основне озброєння отримала Україна. Ну, я теж зробив би такий акцент на дронах камікадзе, яких називають, дуже багато про них говорять і про їх ефективність. Ось на цих моментах давай зупинимося трошки детально. Почнемо з самолітів. Нам фізично ніяких нових самолітів не поставили. Нам прислали запчасти к ним, ЗИПы так называемые, и которые, если верить официальным данным, позволили, как говорят летчики, поставить на крыло еще 20 наших бортов. Да, дело в том, что у нас достаточно много было машин на хранении, которые не летали из-за дефицита запчастей. Поэтому, скорее всего, речь идет именно о них. Если же действительно их 20 плюс в наш строй, ну, я только рад. Я только рад, и работа им, конечно же, найдется. По поставкам наших партнеров. Да, действительно, ты прав. Отрадно, очень отрадно видеть, как люди на Западе прекрасно стали понимать, что война переходит в немножечко другие фазы, чем просто выдавать джавелины НЛО
и прочие мистрали со стингерами. Я хочу пояснить нашим зрителям, что вот то, что вы видели первые две недели, большие уничтоженные колонны, караваны вот этой вот подбитой техники, это не джавелины и это не НЛОУ, это артиллерия. Я, наверное, не согрешу, если скажу, что 80-в некоторых случаях 90% огневого поражения на войне нашей было нанесено именно артиллерией. Поэтому нам необходимо именно это средство поражения, которое позволяет держать противника на дистанции. Тем более мы просим дальнобойная артиллерия, которая покрывает 40-50 километров, то есть держит нас на безопасной дистанции, где их ствольная артиллерия будет, если и доставать, то не очень сильно беспокоить. Ну, это так, образно говоря, конечно же, будет она что-то поражать, но не в таких масштабах. Поэтому мы запросили артиллерию. Сначала нам давали то, что мы знаем, то, на чем мы работаем, системы стран бывшего Варшавского договора. 122 мм, 152 мм. Вот теперь мы видим, что к нам заходят системы натовского калибра 155 мм. Это хорошая система, потому что пусть вас не вводы в оману, разница всего лишь в 3 мм. Речь идет о том, что нам поставляют орудие совсем с другим ресурсом, он не исчерпан, в отличие от нашего. Там другая материальная часть, там другие пороха, там другая система не наведения, а культура, скажем, вот культура производства, что дает нам шанс получить очень точную артиллерию. Мы будем работать намного точнее, чем мы можем сейчас. Хотя, безусловно, и сейчас мы можем что-то показывать, но уже не в таких масштабах. Кроме того, я увидел, да, будем называть это М777, легкая гаубица, специально облегчена была для быстрой транспортировки как наземным транспортом, так и воздушным. Интересный еще момент, что нам будут поставлять Канада, у которой остались запасы этих снарядов от компании в Афганистане, после компании, вернее, в Афганистане, «Экскалибур». Это высокоточный снаряд, который наводится с помощью GPS. Вот буквально, вот упрощаем, нажал пальцем на точку на карте, вот туда он и полетел. Его производит компания «Raytheon». Это такой... Но это компания Mercedes среди оборонных компаний. Это очень авторитетная, очень мощная. Поэтому в качестве этих снарядов сомневаться не приходится, а в количестве поставок, я думаю, что мы тоже не будем обижены, скажем так. И недавние диалог Байдена с производителями оружия был как раз посвящен этому, что нужно расширить производство, дабы обеспечить не только потребности текущих контрактов армии США, которая закупает оружие не только для себя, но и для союзников, но еще и обеспечить наши потребности, потому что фронт у нас достаточно большой, расход боеприпасов и вообще всех вооружений и средств поражения, он огромен, его нужно буквально каждый день пополнять. Вот поэтому мы видим заявление Пентагона о том, что поставки развили беспрецедентную скорость, буквально заявка в 96 часов обрабатывается. Ну, я охотно в это верю. Заговорили также о том, что американцы передают нам ракетные системы залпового огня «Химарс». Очень интересная система, может работать на удалении до 300 километров, а это то, чего нам не хватает. Даже самая наша мощная система, оперативно-тактический ракетный комплекс
точка У, он бьет на 120 километров. Этого не всегда хватает, потому что очень интересные, так сказать, жирные цели находятся еще дальше, и нужно как-то их поражать. Теперь мы можем получить, если это правда, потому что там очень много разночтений, что именно нам передают, но если это Химарс, то это очень здорово, потому что, повторюсь, 300 километров – это глубокий тактический тыл нашего противника и возможность достать до очень интересных целей. Каких называть не буду, военные так их знают, кому нужно, отработает. Поэтому, да, отрадно, что парадигма взглядов, что нам нужно было, когда нас заваливали гранатометами, она сдвинулась, и теперь мы получаем то, что раньше нам говорили, нет, вы что, ни в коем случае. Я даже знаю, что стингеры отказывались нам поставлять, хотя это чисто оборонное, ненаступательное вооружение, ПЗРК, но тем не менее. Поэтому ждем, ждем, и еще хотелось бы, конечно, бронетехники. И интересная позиция здесь Германии. Ну, если отбросить момент газа и нефти, что, конечно, тоже не красит эту страну, но конкретно военных поставок, они вычеркивают тяжелое вооружение, хотя знают, что мы в ней очень нуждаемся. Но и при этом я видел информацию, как Rain Metal, ведущий производитель вооружения, немецкий мировой гигант, ведет переговоры с правительством Германии о разрешении заключить контракт на поставку 100 БМП «Мардер» для Украины. Ну, не знаю, какова судьба будет этих переговоров. А так, да, пока мы получаем вооружение, да, мы не говорим про конкретные цифры, пока что первый пакет помощи предполагает 90 таких гаубиц, но это только от американцев. О своем желании поставлять эти гаубицы еще заявила Нидерланды, но там небольшое количество, а снарядов около 188 тысяч, что довольно существенно. И таким образом мы получаем пополнение в 3-4 артиллерийские бригады, которые могут быть задействованы в очень сложных и горячих для нас участках фронта, особенно на Донбассе. Про Донбас буде питання не наступне, а наступне після цього, що я ось хотів ще спитати, про знищення так званих командних пунктів. Вчора чи позавчора про це говорив Олексій Арестович. Сьогодні я в деяких телеграм-каналах читав, що в командних пунктах, в командному пункті в Херсонській області, в ворожому командному пункті, були знищені навіть генерали. Це такі важливі події, тому що мені, я дивуюсь тому, що Арестович так вскользь про це говорить, але це може бути така жирна риба. Я так понимаю, что Арестович говорил вскользь, потому что на тот момент еще не было полной информации. Сейчас я видел информацию о том, что в этом командном пункте были уничтожены два генерала российских, 49-й общевойсковой армии. Да, нужно сказать, что подобные поражения выводят из строя высший командный состав, теряется временно, теряется управляемость войск, но разумеется, что кто-то придет на замену. А вопрос в том, что мы можем в это время воспользоваться вот этой вот сумятицей в стане врага, пока он не получает четких команд от своих командиров, а что же ему делать, командирам ищут замену, мы в это время можем вполне их бить, громить, отрезать, и вот те самые котлы, которыми они нас пугают, им и их устраивать. Но, опять же, мы видим, что российская армия сделала выводы. Безусловно, они были сделаны, они больше не ездят вот этими вот
30-60-километровыми колоннами, они разбиваются на мелкие группы. Стала работать очень активно их артиллерия совершенно разного калибра и назначения. Они не лезут вот как тупое стадо баранов, но при этом вот эта вот традиция размещения передовых командных пунктов ну, не на самом большом удалении от линии фронта, еще и в зоне поражения наших огневых средств, ну, видимо, она еще не отжила свое, и кто знает, сколько еще нам нужно будет уничтожить командных пунктов, чтобы противник как-то поменял свою тактику. Это здорово, это отлично, потому что, говорю, обезглавливаются целые войсковые соединения, которые теряют управляемость, теряют инициативу, они просто не знают, что делать. Вчера им был приказ взять определенный населенный пункт, сегодня они его не взяли, а команды, что делать дальше, не поступают. Вот они и стоят, думают, а что же делать? А перед тим, як ми перейдемо до теж важливої теми, я коротку таку предісторію згадав. 95-й, можливо, рік, зараз не буду себе перевіряти, розпал російсько-чеченської війни і до Бориса Єльцина, тодішнього президента Російської Федерації, приїжджає така чеченська делегація, вони там розмовляють щось, сперечаються. В підсумку Борис Єльцин залишає в Кремлі чеченську делегацію, від'їжджає в напрямку Грозного, зустрічається з солдатами і говорить їм: «Ви перемогли, все», нагороджує годинниками, об'являє їх там переможцями. Ну, така цікава була ситуація, це я чому згадав. Цього тижня один військовий злочинець на прізвище Шойгу прийшов до іншого військового злочинця на прізвище Путін і доповів, що Маріуполь звільнено. Все, ну начебто, крапка. Ну і добряк Путін каже, ну не треба там штурмувати Азовсталь, ну давайте нагороджимо там вояків наших, ну і таке інше. Що відбувається насправді з Маріуполем? Тому що, звичайно, це так. Для російської картинки два негідники зустрілися, говорили, ну ми то розуміємо, що далеко не крапка там поставлена. Да, это такая старая и кровавая для нас традиция, когда та сторона заявляет, что она прекращает хотя бы даже временно вести огонь. Пожалуйста, как это было с Иловайском, вот вам зеленый коридор, который простреливался со всех сторон, и сколько сотен жизней он унес. И я, например, когда это услышал, нисколько не поверил. Ну, это я не знаю, кем надо быть. Ну, наверное, соотечественником вот этих вот двух преступников, чтобы поверить в слова одного или другого. Но я так понимаю, что это, возможно, это такой способ маскировки, отвода части сил, которые сейчас нужны на Донбассе, потому что Мариуполь-то сейчас находится по отношению к боям в глубоком тылу. Там удаление составляет больше 100 километров. И поэтому они бодаются за Азовсталь, отвлекают силы, которые нужны россиянам на других участках. И мне кажется, вот это вот такой способ показать перегруппировку вынужденную. И еще прошла информация, что взамен выведенных мотострелковых частей, их работу будут выполнять спецотряды ФСБ. Ну, будет интересно посмотреть, как они это будут делать без должной поддержки тяжелой бронетехники. Но правда, да, там работает авиация в их интересах, там работает артиллерия. Наши ребята, как и это было с первого дня обороны Мариуполя, тут сказать нечего, удерживают город уже скоро 60 дней, как в тяжелейших условиях, в условиях постоянно заканчивающихся запасов. Очень надеюсь, что появится шанс
провести операцию по деблокированию, и президент здесь не лукавит, когда говорит, что для этого нам нужна бронетехника, для этого нам нужно тяжелое вооружение. И партнеры, я надеюсь, это прекрасно понимают и не будут зволикаты с этой помощью. И пока все выглядит так, что наши ребята могут дождаться этого времени, когда мы проведем операцию по деблокированию. Потому что даже, кстати, несмотря на то, что официально заявляется, что бои ведутся вокруг Азовстали, при этом есть сообщение о том, что бои ведутся, если не ошибаюсь, у трамвайного депо, которое находится от Азовстали в 2 километрах. То есть мы не только контролируем Азовсталь, но как минимум еще треть, может быть, чуть меньше города. Поэтому, конечно же, эти бравады Шойгу о том, что мы взяли Мариуполь, они на публику, на внутренний рынок, вот они на что работают, и отчитаться перед верховным злом своим, как здорово и бодро проходит второй этап спецоперации. А я же повторюсь, что Мариуполь для нас важен, как и любой другой город. И то, что ребята остались там добровольно, взяв на себя такой тяжелый груз оборонительных боев в полном окружении на протяжении 2 месяцев, это выше, чем просто звание Героев Украины. Они здорово нам помогли для того, чтобы мы успели подтянуть резервы на Донбасс, отвлекая силы россиян от него. Так, я полностью сгоден с тобой. Еще до квалификации наших захисників, наших героев в Маріуполі. Ну, я ще додам, я ще ж забув, коли наводив цей приклад з Єльциним і чеченцями. Він поїхав, назвав людей переможцями. Потім пам'ятаємо, що за півроку російська армія потерпіла ганебну поразку взимку між 95-96 роком. Я теж бачив картинки, коли начебто відступали. Відступала армія Z, армія V з Маріуполя в зону ООС. І дійсно, ми не маємо права розхолоджуватися, начебто там Маріуполю трохи легше стане, але буде важко воїнам, які захищають саме територію зони ООС. І ми бачимо і чуємо, яка інформація надходить там Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна. Ну, там важкі бої. Важкі бої, якщо деякі аналітики кажуть, ну поки що не розпочалось, там ще перегрупування, підготовка, ну там, наскільки я знаю, там не все так просто і не все так, радужно з тої точки зору, що ну поки що нічого не почалось. Ну почалось же. Істина, як завжди, посередині, по відзивам воєнних, які знаходяться там. В разговоре со мной мне сказали так, что наступление фактически ведется, как мы понимаем, с первого дня. Та самая битва за Донбасс. Но вот это вот широко анонсируемое новое мощное наступление, оно началось не везде, не на всех участках фронта. Началось оно первые 2-3 дня, это были просто артиллерийские дуэли. Вот, кстати, к слову, еще один важный аспект поставок тяжелого вооружения 155-миллиметрового, это позволяет нам вести куда более эффективно контрбатарейную борьбу. То есть мы должны перестрелять их стволы. Перестрелять не в смысле перестрелки физической между двумя людьми, вооруженными пистолетами, а перестрелять по скорости, по качеству и, главное, по количеству. Вот когда мы их задавим раньше, чем они на своим артиллерийским огнем, вот тогда мы облегчим жизнь пехоте. Да, возвращаясь на Донбасс, наступление началось не на всех участках фронта, там дождило, там очень сильно дождило, размыло почву. И даже есть сообщение о том, что несмотря на это, мудрые российские
Сейчас ведутся бои рубежные, Попасная, Изюм. Кременная, да, действительно пришлось после 3 дней боев ее оставить, но, как говорят военные, и я посмотрел на карту, убедился в истинности их слов, это неудобный плацдарм для обороны, удерживать ее было опасно, и было принято верное решение отойти. Тут же в контексте этого момента хочу сказать людям, когда вы видите, что на Донбассе или где-то еще наши войска оставили какой-то населенный пункт, город, не спешите кричать «зрада». Вы не знаете, как именно достался врагу этот населенный пункт. Если его штурмовала рота, а зашло 3 человека, я сейчас очень сильно утрирую, но вы поймете, о чем. То победа это не очень-то и назовешь, потому что мы ушли, потеряв намного меньше. Значит, в случае нашей контратаки у нас будет численное преимущество. Так, конечно, не везде, но, пожалуйста, держите себя в руках. Потому что я уже это вижу, Кременную сдали, это сдали, никто ничего не сдает. Просто поймите одну важную вещь. Это не фильм про Вторую мировую, где есть окопы, где будут держаться до последнего, где нужно, там будут держаться до последнего. Но общий задум этой операции, это как и была с 24 февраля маневренная оборона. Мы наносим огневое поражение, мы отходим, если это нужно. Отходим, чтобы ударить в другом, с другого фланга, в другом месте. Никто статично в войне 21 века не сидит, не находится и не стоит. Все двигается, все движется. Поэтому, опять же, возвращаемся к контексту западной помощи. Нам очень нужны именно мобильные платформы, мобильные САУ, желательно не только на гусеничном ходу, но и на колесном. Они намного быстрее и маневреннее. Поэтому очень важно, ты первым обнаружил, первым поразил и первым же уехал, потому что сейчас в ответ тебе прилетит. Тяжелые бои на Донбассе продолжаются и под Авдеевкой. Авдеевка за нами. Позиции держатся, те позиции, которые были созданы в 16-17 году. Важно понимать одно, что если ты собираешься брать хорошо укрепленную, за несколько лет нарытую целую систему окопов, взводно-опорных пунктов, ротных опорных пунктов, какое бы количество снарядов, в течение какого бы времени ты на них не высыпал, всегда есть вероятность, что когда пойдет твоя пехота и стала быть в непосредственном соприкосновении артиллерийскую поддержку ей уже не оказать, но только минометами не самого большого калибра, то всегда есть вероятность встретить ответный огонь. Поэтому российская армия будет продвигаться, если это и будет, очень медленно. Второй момент. Сейчас почему-то требуют одних побед за другой. Я считаю, что наша армия, первый этап войны, вот тот, когда мы подвели финальную черту после выхода подразделений с севера нашей страны, Киевская, Черниговская, Сумская область, оказался за нами. Но я напомню, как тяжело он давался. Первые дни войны на улицах Киева шли бои, и людям с КАМАЗов раздавали оружие. Берите все, кто может. И все тогда мы думали, боже, а что же будет с нашей столицей? Оказалось, что недостаточно завести передовые группы в город. Их нужно еще чем-то подпитывать, подкармливать. Они должны встретить усиление. Этого не происходит, потому что в это время наши войска перегрызают, перерывают, как угодно называйте, разрывают эти линии снабжения, бьют кинжально, как и требует того мобильная оборона во фланге наступающей группы. Вот то же самое может быть на Донбассе. И те подразделения, которые сейчас бодро атакуют наши войска, могут завтра уже оказаться в котле, потому что пропустили выход во фланг нашей группировки.
Поэтому, пожалуйста, еще раз обращаюсь к людям, не шукайте зраду в каком-либо сообщении из Донбасса. Тяжелая обстановка, ведутся тяжелые позиционные бои. Это не значит, что нужно кричать, что вот-вот завтра мы победим или завтра мы проиграем. Все покажет поле боя, как говорит наш начальник генерального штаба. Я думаю, что вот этот этап донбасской кампании, даже с учетом того, что сейчас западная разведка говорит о том, что еще не все подразделения вступили в бой, но вот уже перегруппировка окончена, и они вот-вот вступят на донбасскую землю, я думаю, что наша армия будет действовать следующим образом. Мы максимально обескровим, как это было, еще раз говорю, на севере нашей страны, мы максимально обескровим наступающий потенциал их, выбьем, и вот только тогда, когда они потеряют возможность идти дальше вследствие поражения, вследствие больших потерь в технике и живой силе, вот тогда мы можем проводить контратаки, и они точно так же будут, как и на севере нашей страны, медленными, поступательными, никто за 2-3 дня освобождать ничего не будет. Все будет очень четко, слажено и по графику, который составляется не нами, а военным руководством, обладающим куда более большим объемом информации. Дякую, як завжди вичерпна інформація. Спостерігаємо за тим, як Україна захищається, захищаючись, наносить вдалі удари. І також спостерігаємо, на жаль, спостерігаємо за тим, як в Одесі ліквідовують наслідки сьогоднішнього ракетного обстрілу. Вже ми записуємося о 6-й, між 6-ю та 7-ю вечора суботи, і кількість загиблих вже зросла, їх вже 6. На жаль, я чомусь впевнений, що їх, можливо, буде більше, тому що наслідки суттєві від агресивної атаки ворога. Була ця війна, і ми вже живемо в цьому стані 2 місяці. Дякую тобі, Юліане, і до наступних зустрічей в ефірі. Стежимо за цим всім далі. Да, спасибо за приглашение. Сил всем нам и мира. Мира и только мира.